состоялась церемония закрытия Всероссийской олимпиады для студентов по финансам и финансовым рынкам имени Бориса Христенко. Такое мероприятие в нашем университете проходит уже второй раз, но очно участники смогли проверить свои экономические знания только в этом году. Если говорить о сложностях, то получается, что первую олимпиаду Всероссийскую по финансам и финансовым рынкам для студентов мы организовали в прошлом году, и это как раз наложилось на ситуацию с пандемией, и нам пришлось проводить ее полностью в дистанционном формате. Но, тем не менее, с этой задачей мы справились. У нас в прошлом году приняли участие студенты из 7 федеральных округов России, из разных вузов, а в этом году статистика участия в олимпиадах в 2 раза больше. И, вот, к счастью, нам удалось финал организовать в очном формате, хотя первый отборочный тур был дистанционным. На сегодняшний день олимпиада по финансам и финансовым рынкам не входит в перечень мероприятий, которые дают дополнительные баллы при поступлении в магистратуру. Но, несмотря на это, студенты со всей ответственностью относятся к процессу подготовки.